Итак, приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромный привет. Сразу говорю, бюджет будет сегодня обзор в пределах 3 миллионов рублей. Те люди, у которых есть 20, 30, 50 миллионов рублей на квартиру, не смотрите, не ломайте свою психику. Сразу говорю, мы с вами находимся в отеле. Мы нашли с вами безопасный объект для того, чтобы вы могли покупать и, конечно же, наслаждаться да, интересными соседями. Итак, жилой комплекс, который называется «Резидент». Застройщик хороший, грамотный, который построил. Он уже построил у нас жилой комплекс «Малибу», построил все жилые комплексы «Рио». И, соответственно, в данном жилом комплексе мы посмотрим с вами квартиры, которые имеются с чистовой отделкой, и посмотрим квартиры, которые будут сдаваться с ремонтом. Например, данная квартира 28 квадратных метров, которая находится на улице Фермерская. Это район курортного городка. Стоит, к примеру, 3 миллиона, там, 400 тысяч рублей. 3-400, давайте, там есть какие-то копейки, не будем их озвучивать. Что она себя представляет? Оштукатуренные стены, сделана у нас подводка для той же самой сплит-системы. Ну и, в принципе, все. Да, это вот такая студия. Ну, ребят, большинство вот в этом районе как раз вот и располагаются такие студии, потому что это больше курортная зона. Кто-то скажет, Макс, здесь горы. Да, ребят, здесь горы и есть косогоры. Но это, ребят, курортный городок. И это готовый сданный дом со статусом квартиры. И это безопасная покупка. Поэтому, я думаю, что не надо вам здесь мне говорить про плюсы, про минусы. Если нужен безопасный объект в Адлере, то вот на 3,5 миллиона рублей, 3,400, и квартира ваша. Давайте посмотрим еще квартирки, и потом будем делать уже свои небольшие выводы. Ну, смотрите, что нестандартно, что цепляет? Цепляет это, конечно же, коридоры. Хорошие двери, хорошая у нас плитка, ну и, конечно же, подсветка, все сделано хорошо. И давайте вот покажу вам дверь. Дверь действительно добротная. Ее даже нет смысла менять. Пускай некоторые у нас застройщики посмотрят, как нужно делать, чтобы было комфортно для тех людей, которые хотят купить. Ну и, конечно, понятно, что здесь, видите, очень много дверей. В основном здесь небольшие студии. Еще раз повторюсь, это район курортного городка. Эти квартиры покупают больше для отдыха, либо для посуточной сдачи. Данная квартира, студия, стоит 2 миллиона 448 тысяч. Это первый этаж. Квартира, ну, с чистовой отделкой. Я могу сказать, что здесь все приготовлено для того, чтобы сделать теплые полы. В целом, высота потолков 3 метра. Ну и вот здесь можно сделать свою небольшую террасу. Вот она, бонусом. Застройщик дает добро. В целом, в принципе, нормальная, уютная студия для того, чтобы можно было приехать и, конечно же, наслаждаться отдыхом. Но, ребят, еще раз повторюсь. Если вам хочется прям близко к морю, то умножайте, пожалуйста, эту сумму вот за эти студии на 2. И тогда вы сможете приобрести поближе к морю. А здесь 100 тысяч рублей за квадратный метр, готовый сданный дом, квартирник. Конечно, это будет по ту сторону дороги, с левой стороны. Можете забить в навигаторе улицу Арбитерская, Фермерская, и у вас будет уже какое-то понимание. Православную тоже можете забить. Конечно, на обратном пути я сниму дорогу, постараюсь, если у нас дождика не будет. И вы сможете понять, где же находится данный жилой комплекс. Я думаю, что в субботу уже многие блогеры будут показывать, потому что в субботу там большая будет презентация. Я скажу честно, для того, чтобы приехать сюда, я потратил 1,5 часа времени на дорогу с Сочи. Потому что, чтобы в Сочи доехать, нужно доехать до железнодорожного вокзала через все пробки, развернуться на Арбитерской, уйти направо и, соответственно, доехать до улицы Фермерская. Ну, а теперь идем с вами дальше. Да, кстати, ребят, сейчас покажу вам квартиру 44 квадратных метра. Сразу говорю, стоит 5,5. Но здесь вы немножечко офигеете. В каком смысле? Смотрите, вот мы с вами заходим. Да, вот развернулись. Проходим с вами, поворачиваем направо. И вот здесь у нас имеется комнатка. Ну, прикольная комната. Я думаю, здесь спокойно можно что-либо разместить. Нормальная комната, спальня со своим окном. Тут же мы с вами проходим вперед, в смысле, может, повезет. И вот здесь мы с вами видим что? Правильно, санузел. Дальше мы с вами проходим, и вот здесь мы попадаем с вами в такую небольшую кухню-гостиную.
И видите, я подъехал, припарковал свой автомобиль, чистенький, я сегодня взял ее, специально помыл. Ну, не знал, что будет дождик. И вот дальше, если мы с вами проходим, ребят, то мы попадаем в еще одну комнату, где можно разместить еще одного человека. По итогу 44 квадратных метра, и у нас две изолированные комнаты. Конечно, можно было кухню сделать еще чуть меньше, сдвинуть чуть-чуть, и здесь бы комната получилась больше. Но с другой стороны, кровать встает? Встает. Человека себя поселить можете? Можете. И получается, по сути, такая прям мини-двушка. Цена этой мини-двушки с чистовой отделкой 5,5 миллионов рублей почти. Кто-то скажет, есть ли газ? Ребят, нет газа. Ребят, нет газа. Здесь электричество. Вы здесь делаете теплые полы, либо обогреваетесь там сплит-системой, но обычно 99% делают просто инфракрасные теплые полы, и этого хватает за глаза. 5,5, я думаю, можно здесь жить. Что касается школ, детских садиков, да, многие же из вас спрашивают, есть ли здесь что-нибудь. Да, ребят, есть, но прям не скажу, что вам там в пешей доступности. До школы придется идти, ну реально придется идти, и от этого никуда не денешься. Школа, сейчас скажу, где находится, и школа, сколько до нее идти. Школа находится на расстоянии, получается, 1,3 километра, это район Голубые Дали, либо школа находится на Ленина 147. Что касается по ходьбе, это 15 минут на автобусе, потому что, ну, не получается дойти на, не знаю, на чем, пешком, показывает, что нереально. А, вот, кстати, а вот, например, школа номер 26, вы можете спокойно дойти на пешком, и всего лишь 21 минута. Поэтому, в принципе, школа есть, и данный жилой комплекс может подойти для тех людей, которым важна пешая доступность до школы. Но, опять же, я сразу вам скажу, что здесь не совсем идеально ровная поверхность, здесь все-таки имеется у нас, посмотрите, горы-косогоры, и от этого никуда не деться у нас, ребят. Вот вы видите, да, ну опять же, видите, очень много гостиниц, и здесь все равно люди снимают, потому что других вариантов нет, особенно тех, кто хотят немножко сэкономить. В целом, я думаю, что нормальный, достойный вариант. 5,5 миллионов рублей, две изолированные комнаты, статус квартиры, проходят ипотеки, как вы любите, ну и, конечно же, неполная сумма договора. Идем с вами дальше. Итак, вот эта квартирка, ребят, будет с ремонтом. Стоит она 3 миллиона 570. Именно с ремонтом, видите, здесь уже у нас вся разводка сделана. Сделана уже стяжка пола. Тут же у нас имеется балкончик. И квартира будет с ремонтом под ключ. Но без техники, конечно, и без мебели. Соответственно, так вы можете сориентироваться, что здесь вокруг есть. Очень много частного сектора. Да, закрытая территория такая же, как в Малибу. Очень много подателей на опорные стены и так далее. В общем, эта студия будет с ремонтом. Кто не хочет делать ремонт, кто хочет сэкономить, 3,5 миллиона рублей. В договоре все будет прописано. И ремонт вам доделают. Я покажу вам сейчас шоурум, чтобы вы понимали, какой будет ремонт. Ну, давайте все-таки посмотрим. Да, вот здесь тоже видно, что сделали все для коммуникации, все провели. В общем, все здесь сделано безупречно. Центральная канализация, центральная вода, электричество. Но, опять же, газа не будет. Скорее всего, вот этой одной вот сплит-системы, которая будет здесь висеть, хватит за глаза, ребят, за глаза. Ну что, идем с вами дальше. Давайте посмотрим еще один вариант с чистовой отделкой. Цена этой квартиры 2 миллиона 712 тысяч рублей. Квартира всего лишь 23 квадрата. Но опять же, здесь есть балкон. Сейчас балкон доделывают, до ума доводят. Конечно, не самый лучший вид, но, ребят, ну, как бы, еще раз повторюсь, если вам нужен вид, нужно смотреть другие жилые комплексы, нужно смотреть другой сегмент, и там вы уже получите все, что вы хотите за другие деньги. А здесь за 2 миллиона 700 можно купить студию, для отдыха подойдет. Ну и как мы с вами уже рассмотрели, школа здесь недалеко имеется, 20 минут пешком, и вы дойдете, 100%. Поэтому, ребят, смотрим, смотрим. Под ипотеку тоже данный жилой комплекс подходит. Итак, давайте посмотрим, 24 квадрата, стоит 3,120, ребят. И это второй этаж. Второй этаж у нас всегда дороже, чем первый. Имеется балкончик. Ну и, соответственно, вид идет на парковку. Что касается территории, она закрытая.
сами видите, парковочные места будут и с этой стороны, и с другой стороны, соответственно, шлагбаум. Дорога у нас узенькая, как это и принято во всех районах Сочи. Да, самолетики летают, но прям такого прям раздражающего звука, как в центре Сочи, такого нет. Поэтому смотрим, анализируем и, конечно же, я думаю, еще и покупаем. Что касается застройщика. Застройщик молодец. В Адлере в таких тяжелых условиях смог дом построить, смог на дом получить документы. И да, кто-то скажет: Макс, маленькие площади. Ребят, ну я же вас специально спросил, я хотел вчера еще приехать. Но вы сказали: показывай бюджетное жилье, показывай, я вам показываю. Все, ребят, идем с вами дальше. Итак, ребят, эта квартира стоит 3 720 000. Эта квартира будет с ремонтом. Вы видите, что хорошая плитка. Все будет здесь сделано хорошо и даже замечательно. Не лютый эконом. Квартира 24 квадрата. И, соответственно, ремонт будет уже скоро готов. Третий этаж, самый высокий. Вся площадь идет полезная. В принципе, квартира широкая. По большому счету, вот в этом месте будет зона, где у нас будет размещаться кухня. И вот здесь где-нибудь диван раскладной. Да, маленькая квартира. Ребят, ну, почти все мои клиенты останавливаются именно в таких квартирах. Если вдруг хочется взять квартиру и попробовать себя в роли арендатора, который в аренду сдает квартиру, может попробовать. Я по дороге здесь видел целую кучу туристов, которые выходят. Целая куча, вы даже представить не можете. Курортный городок многие любят, потому что звучит красиво. Ну и опять же, в районе курортного городка есть у нас есть дельфинарий, соответственно, есть набережная, есть очень много развлечений, те же самые фруктовые лавки. Здесь же рядышком есть всевозможные голуби, хотел сказать. Есть кафешки. В общем, все это по дороге видел. Попробую сейчас вам тоже все это показать, и мы уже сделаем с вами определенные выводы. В целом, если нужна с ремонтом квартира, то 3 700 000, и вот такая квартирка-студия будет ваша. Ремонт скоро до ума доведут. Ну что, идем с вами дальше, посмотрим, что же здесь еще есть интересного. Вот одна квартира по акции, ребят, 21 квадратный метр, стоит 2 650 000. Хорошая светлая квартирка-студия. Если кому-то нужна площадь побольше, можете взять две квартиры и объединить. Ну и, соответственно, здесь мы видим с вами частный сектор, видим с вами частные дома. Ну, вот такая студия, в принципе, для отдыха подойдет. До моря, конечно, здесь дойти можно, проблем здесь нет. Но придется, конечно, пройти по горам, по косогорам, ничего в этом плохого нет. Люди ходят, я видел очень много людей по дороге. Ну и, соответственно, вот такие реальные цены. Я понимаю, конечно, что вы насмотрелись объявление на Авито, и вам предлагают на улице Ленина 88 квадратных метров за сколько там? Все верно. Предлагают за копейки. Но волшебства не бывает, ребята. Волшебства не бывает. Цены в Сочи довольно-таки высокие, тем более в Адлере. В Адлере очень много проблемного жилья, поэтому те объекты, которые не имеют никаких проблем, у них, соответственно, цена соответствующая. За все нужно платить. Давайте, ребят, покажу вам еще одну квартирку. Стоит она 6 700 000. Сразу говорю, 6 700 000. Такая же площадь, как и без ремонта, но она будет с ремонтом под ключ. Мы увидим с вами одну изолированную комнату небольшую. Тут же мы с вами видим пароход, вход в санузел, именно вот с этой стороны. Видите, даже делают у нас основание для душевой кабины. Тут мы видим с вами кухню-гостиную. Ну и вот здесь мы с вами видим, как вы уже догадались, непонятная маленькая комнатка. А вот здесь будет парковка. А вот здесь, если, например, кто-то пришел к вам из друзей, которых вы не любите, вы скажете: иди, выйди, на балкон покурить. Он выходит и вот падает туда вниз. Шутка, злая шутка. Все, ребят. Теперь, надеюсь, вам все понятно. Попробую сейчас снять еще шоурум, чтобы вы понимали, как это выглядит. 24 квадратных метра с ремонтом. И, наверное, будем заканчивать обзор данного жилого комплекса. Ребят, вы спрашиваете, как же можно распланировать 22-24 квадратных метра. Смотрите, вот, например, если мы заходим, например, в шоурума, с правой стороны санузел.
само собой будет разумеющийся, вот такой вот. И когда мы с вами заходим, давайте представим, что здесь перегородочка, и как раз убьем двух зайцев, если, например, нужно квартиру объединить. И тут мы с вами получаем вот такую вот зону, где у нас будет располагаться кухня небольшая, стол, ну и вот, соответственно, зона отдыха. Эта квартира всего лишь 24 квадратных метра. Все зависит от вашего дизайнера. Если дизайнер с головой, сделает все красиво. Если же хочется, например, квартиру побольше, вы можете с большим удовольствием объединить, как сделали, например, вот в этом месте. Отдельный также санузел, соответственно, тут же мы с вами попадаем в такую полезную площадь и так далее. Можно объединить 3 квартиры при желании, можно 4 объединить, потому что несущие, это вот эти вот столбы, которые у нас идут, так вот они интересно обыграны. Все остальное идет с заполнением газоблоком. Поэтому, ребят, я считаю, что в такой квартирке, если вдруг захотелось отдохнуть, а именно в такой квартире сейчас отдыхают некоторые мои гости, можно спокойно разместиться. Вот, например, в данной квартирке, например, в данной студии могут спокойно разместиться и взрослые, и, например, детишки. И также есть полноценный столик, есть кухня полноценная. Ну и, конечно же, я думаю, что для отдыха больше не нужно. Другое дело, когда вы смотрите для ПМЖ, но опять же, если вы приехали в Сочи, вам придется здесь работать, вам придется здесь очень много работать. И по большому счету вы будете приходить к себе домой не жить, а ночевать, в отличие, например, от других регионов. Потому что даже зимой у нас температура плюс 10, плюс 15 градусов, можно всегда пройтись и лучше свободное время провести где-нибудь на свежем воздухе, ребят. Поэтому отсюда делаем вывод. В целом, данный жилой комплекс, видите, вот он показан со стороны. Немножко давайте мы посмотрим, как это все выглядит. Он имеет право на жизнь. И до моря здесь дойти пешочком можно. До школы также дойти пешком можно. Автобусы здесь тоже ходят, тоже сейчас вам все покажу. Ну и в целом нормальный жилой комплекс, адекватные деньги. И бонусом проходит Россельхозбанк, ВТБ и так далее. В общем, многие банки готовы кредитовать данный жилой комплекс. И это большой плюс. Теперь, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр. Ну и если, конечно, вопросы возникли, пишите в комментариях, либо пишите в WhatsApp. А теперь пока.